Всем привет! У меня Nexia 2011 года. В целом машина мне полностью устраивает. Она классная, надежная, мягкая, ходовка. С ходовкой проблем вообще за 7 лет не было. Да каких 7, уже больше, чем 7. Один минус такой существенный. Я люблю ездить ночью, мне нравится ездить ночью. Но с таким светом я чувствую себя некомфортно. Оптика вообще оставляет желать лучшего. Причем я ставил ксенон лампочки, какие лампочки только не ставил. Сейчас у меня ксенон, я не знаю, дело в самих линзах. Ну ничего не видно, особенно когда встречка едет, вообще ничего не видно, останавливаться приходится. Решил эту проблему довольно-таки дешево. Купил дополнительные фары, случайно в магазине их увидел, решил попробовать. Они стоят 80 гривен одна, и свет вот так вот, намного комфортнее мне ехать. Разница колоссальная. Я сначала поставил стандартные с Nexia противотуманки, заказал в интернете. Света от них вообще не чувствовалось абсолютно, не добавил абсолютно. Проработали они у меня до первых дождей. Потом наполнились до половины водой и полностью поржавели. Стоили они 600 гривен пара, без лампочек, плюс лампочки, ну и плюс установка. Ну, то есть просто выбросил деньги. Эти фары стоят 80 гривен одна дополнительные. Электроэнергии поглощают вообще минимально, на них очень тоненькие проводочки. Ну как-то так. Вот мой ближний свет, ксенон у меня сейчас стоит. А дополнительные фары я поставил сюда, на место противотуманок. С завода противотуманок нет, стоят только заглушки. Вот так светит ближний, и вот со стороны смотрим, как включается противотуманка. То есть моя дополнительная фара. Сейчас сравним освещение. Вот, насколько ярче. Весь свет за счет дополнительных фар. Вот так это выглядит со стороны. Так теперь машина смотрится днем. Фара стоит дешевле, чем одна лампочка на родную фару. Подумал, почему бы не попробовать. Она хорошо регулируется на креплении. То есть в любую сторону ее можно повернуть. Так вот она выглядит, плоская маленькая фара. Сравним движение. Вот это я еду на ближнем свете. Сейчас включаю дополнительные фары. И третье положение — дальний свет. Вот сейчас все включено. Вот так получается ближний с дополнительными фарами. Свет меня полностью устраивает. Очень большое отличие от просто ближнего. Вот, видим на контрасте большое отличие. Я не знаю, как это передаст камера, но ехать вполне комфортно. Включаются дополнительные фары вот на месте противотуманок. Вот кнопка. Вот что странно, кнопка противотуманок с завода была. Место для противотуманок было, а самих противотуманок с завода не было, были только заглушки. У меня все. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить, и до новых встреч.